сейчас о чем речь? То есть для двоечек там, да? То есть мы можем так там, да? Мы можем так входить. Мы можем там так входить. Мы можем так. То есть вариантов там... Мы можем так входить. Ну, просто, если говорить, то есть... И чем больше вариантами ты обладаешь, да, возможностями, тем, соответственно, у тебя больше шансов. Поэтому еще как бы вот этот вариант, который работает на обкатках. То есть на для того, чтобы вот обратите внимание. То есть можно, конечно, вот под ним там, да, вот этот сделать. Еще раз напоминаю, это я как раз для особо одаренных, слишком умных и все знающих людей. То есть если он меня, ну там боковушечка, например, я вот так вставлю, то я умру, даже если я подставлю. Потому что если кто под это не попадал, тот и не знает. Я под это попадал, я знаю. И я вам сколько раз рассказывал, вот свидетель был, Леша свидетель был. Подставили, дали, все, 20 килограмм разницы, попали, прям подставил, все, в руку ударили, нокаут. Тяжелейший нокаут, на полгода выключили человека. Поэтому драка – это вам не ринг. Тайские щиты ставить, вот он даст мне тайский щит, я поставлю. У нас разница 50 килограмм. Но мне двух ног не будет просто. Могут говорить там, вот это круто, это рулит. Ничего нигде не рулит. Башка на плечах, вот что рулит. Только башка на плечах. Она должна думать. Вот он мне засаживает двоечку. Вот. Вот куда я иначе? Я сейчас он меня снес, если бы хоть чуть-чуть остался. Что я сделал? Я его просто на себя затащил. И сместился. Продлил движение. Идет движение. Продлил движение, ушел. Хотя и разница в весе. Почему? Инерционность. У него больше разницы в весе, большая инерция. И с ней справиться тоже очень сложно. А мне легче управлять. И поэтому методы должны быть рассчитаны на улицу, где ты встретишься с любым человеком. Он меня возьмет за руки и поднимет нахрен. Вот! И что я буду с ним делать? И зашвырнет нахрен, как вот, ты борись с ним, а ты вот сюда, в захват. Вы смеетесь, что ли? Нет. Вы смеетесь, что я с ним бороться, что ли? Или боксировать? Потом боксер, я боксер. Вы себя представляете вообще, да? Почему-то на ринг такие не выходят. Разница. Но, когда мы на улице встретили, он ко мне подошел, там, приподнял меня там так же, да? Ну, а мне вообще, сопу там, нахрен, сюда, и убежать. Вот что такое улица, а не вот это вот, вот. Спорт это замечательно. Ну, кино не об этом. Не об этом. Итак, идет эта двоечка. То есть, видите, я его чуть осадил. Инерция пошла. Сразу, и все. И все. В чем вот все, за все задачи, в чем все выходит? Первое, что движение, первый так. Видите, что я сделал? Мы делали с вами переборочки, да? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот что происходит. Опа! Видите, я его вытягиваю, всасываю его на себя. Рука освобождается, провожу его мимо. Вот он у меня, вот он у меня. Даже если я его чуть дерну, он потерял в этот момент равновесие. Чему мы замерли? Да он тебе, я знаю, что сейчас тысячи людей скажет, да он тебя, да ты выйди. Мне в 60 лет не надо выходить и скакать, бить ногами в голову. Просто не надо. А сделать то, на что он меня не рассчитывает, это да. Леша, иди сюда. Не-не-не. Ручку держи. Опять я проедешься, опять та же самая двоечка. Если ты больше ничем не владеешь, только вот этим, ну, будьте любезны. Вы можете с этим спокойно жить и спокойно умирать. Но если вы что-то хотите повысить шанс выживаемости, это шанс искать что-то другое. Если бы у вас с партнером был вот такой товарищ всегда, тогда бы вы думали по-другому. Вы думали бы по-другому. Вот ребята знают, когда он лапы держит и попытается, чтобы правильно защиту поставить, этой лапой бьет в человека. Сразу все становится понятно, где ты правильно, а что неправильно. Сразу. Поэтому очень важная задача. Первый удар, джеб.
Видите, что делается? То есть я его чуть сбиваю, я его раскрываю, тем самым можно показать, что я его натаскиваю. На самом деле нет, у него плечо пошло назад. Я выигрываю во времени. Дальше я продолжаю, я не стою на месте и не иду туда. Я продолжаю движение. О! Он начинает, я его просто вкатил. Бам, и все. Это не работает. Вообще ничего не работает. На ринге люди в соревнованиях падают. Кто-то падает, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Что получается? Ничего не работает, что ли? Чему тогда? У одного работает, у другого не работает. Вы видели, что вольники некоторые творят? Его бросают там прогибом, он в воздухе переворачивается, не успеет приземляться, еще того еще зашвыривает. Не работает. Что значит не работает? Если над этим не работаешь, то ничего не будет. Никогда ничего не будет работать. Надо пахать. Пахать, пахать и пахать. А это мелкая моторика. Когда у тебя стрессовое состояние, она отключается. Да, но мы как раз и для того мы и деремся с вами, групповые бои проводим и прочее, 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 чтобы мы стрессоустойчивые были. А коль мы будем стрессоустойчивые, то мелкая моторика, она просто забыта нами. Дети, у детей развиваем мелкую моторику, чтобы ребенок нормально развивался, мы его с детства там учим лепить, поделки какие-то делать, мелкие детальки собирать, да, там пазлы собирать, чтобы мозг развивался, мелкая моторика развивалась. И здесь мы сейчас делаем то же самое, как дети, учимся, вспоминая мелкую моторику, мозг развиваем и повышаем шансы. Итак, двоечка. Только пропустить, только мимо пропустить. Спасибо. Идешь. Итак, медленно, медленно, раз. Видите, ушел. Раз, теперь второе движение. Второе движение. Кросс. Медленно. Теперь смотрите. Я его как бы беру, приподнимаю, раскручиваю мимо, как шестереночку попали, и он вылетает туда. Дальше, из этого положения. Я могу так остаться. Могу присесть. И не важно, с какой стороны выйдет рука. Она может и так выйти. Не важно. Вот, мы просто под контролем держим. Сюда, да. Потом бам, туда. То есть вариантов потом будет очень много. Наша задача непрерывный цикл запустить движение на отходе. Всосать. Бам. Всосать его. Непрерывный цикл. Все. Использовать его инерцию. Использовать. Для этого нужна мелкая моторика. Поехали.